Так где же располагается центральная городская ярмарка? А аккурат здесь же, буквально за моим оператором, недалече, чем 50 метров. То есть мы пришли сюда, потому что здесь есть все для корейских автомобилей. Дело в том, что мы, конечно, ездим и на отечественных. Да, приятно осознавать, что цена немножко другая. Но лучше ездить на корейцах, еще лучше на других автомобилях. Хотя в чем дело-то непонятно. Дело в том, что последний автомобиль, который был сделан, закончил свое производство в 98 году. А потом все произошло. То есть машины стали делаться из пластмассы. Ну да ладно, не в том суть дела. Вот. Дело в том, что здесь на корейцев элементы ДВС, детали подвески, тормозная система. В общем, много чего здесь есть. И это хорошо. Потому что очень радостно, когда рядышком с центральной городской ярмаркой есть место, где по более низкой цене продается. Да вот здесь все это продается. Это склад, и склад немалый. А это место. Вот вы видите, да? Центральная городская ярмарка. Автомобильный рынок здесь. А вот здесь располагается магазин «АвтоВосток». Несложно догадаться, где в свободном и огромном количестве все, без чего ваш корейский машин ездить не будет. Кстати, немалую толику за последние 3 месяца вы принесли мне. Я ранее думал, что минимум 3 ДТП в день на улицах Магнитки – это норма. Теперь гораздо проще. Но еще, машина при всем ее благом поведении для нас рано или поздно ломается. А то, что нужно, есть здесь, для корейского авто. И все-таки мы не говорим про цены, потому что цены нас не интересуют. Мы говорим про качество, количество и то, что есть в наличии. Да, совершенно верно. Количество у нас более 10 тысяч наименований в наличии. Что касается качества, это от ведущих мировых брендов. Все подтверждено сертификатом соответствия качеству. И это все у нас есть в наличии. А может быть что-нибудь такое, чего у вас нет в наличии? Или такого нету? Такого нету, но бывают исключения. Если чего-то не хватает, привезем максимально короткие сроки и по очень привлекательной стоимости. А есть ли у вас что-то такое, чего нет в наличии у других? Ну, к примеру, какие-то акции, допустим. Угу. Да, у нас сейчас действует специальное предложение для владельцев автомобиля Chevrolet. Комплект всех фильтров по очень низкой стоимости от ведущих брендов корейского бренда. А это ведь наша специальность – работать, не покладая рук для вас. Для тех, кто нас любит. Нам ведь радостно понимать, что есть места, где также, работая, но для вас, вы за деньги меньшие, но спокойно и просто позволяете себе не тратиться на то, где вас обуют. И это я про сервисные центры. Да вы в любом случае, катаясь на корейце, понимать теперь уже должны, где колодки, масла, все есть и сейчас. И подвеска, и стойки вообще. Да потому что все это теперь в АвтоВостоке. Да, конечно, для меня лучшие средства, чем американские автомобили, нету. Но есть же люди, которые ездят на замечательных корейских машинках. Так вот, АвтоВосток. В аккурат рядышком с центральной городской ярмаркой. Во-во-во, буквально там 50 метров. И вы не думаете, где купить качественное масло. Вы не думаете, где купить элементы подвески. Все это здесь. В наличии сейчас. Просто подумайте, что вам стоит. Заехать на центральную городскую ярмарку. И там походить, и полазить, и непонятно что найти. Ну, в принципе, вы там можете найти для отечественных автомобилей. Вопроса нет. Или вот сюда. В аккурат, рядышком. Галиулина или Грязнова, я уж не помню. 44/4.